хочу всем людям подарить тепло, чтоб люди все добрее и лучше стали. Пусть сердце всем становится светло, и прочь уходят боли и печали. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Есть в календаре даты, которые значат гораздо больше, чем праздники или торжественные события. И сегодня такой день. Он призывает каждого из нас вспомнить о тех, кому жизненно необходимо наше внимание и поддержка. Это день сильных и устремленных людей, людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих, как эта жизнь дорога, несмотря ни на что. Каждый день, каждый час, проявляющих необыкновенное жизнелюбие и целеустремленность. Дорогие друзья, эту концертную программу для вас подготовили такие же сильные духом, целеустремленные и необыкновенные люди. И встречайте их громкими аплодисментами. Улетает из сердца тоска со мной. Он рассказывает.
Среди людей с ограниченными возможностями много талантливых личностей. Зачастую, стараясь доказать свою успешность, они добиваются в жизни большего, чем обычные люди. Сегодня стоит вспомнить композитора Бетховена, который писал музыку, будучи глухим. Очень много слабовидящих художников или писателей, которые надиктовывали свои книги. А также среди наших участников есть такие же творческие личности, которые сами пишут и поют свои собственные произведения. У меня семья большая, сестры, братья, мать, отец, где ты, бабушка родная, ну а тетушек еще. Родилась моя семья, я казаком от Термянка, раз красавицей была. И росла семья большая, не по дням, а по годам, ведь дрались и мирились, вместе бегали к реке. Дети дрались и мирились, вместе бегали к реке, и росли, и поженились, и семья росла в дае. Стало тесно наша хатка, и построил дом отец. Дом красивый, словно сказка, строит дом, помог отец. То страдает вся семья. Если радость в нашем доме, то гуляем до утра. Чтим традиции, мы свято помним, мы наказ такой: жизнь любить детей и внуков и беречь от чад родной. Я горжусь своей семьей, радость беды с ней делю. Нет дороже и роднее та семья, где я живу. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my
my brother's got the gas and they always be smoking like a rockstar. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shut down. And my homies pull up on your back and make that thing go ra-da-da-da. Switch my weekend back in black and started saying rest in peace to Colin Scott. Cause I know we blowin' smoke, she gets me light a fire like I'm awesome. The full stage strolling with my fucking show in the cop car. She was legendary through a TV of the window of the montage. Put me on the table like a party, don't give a damn. Your girlfriend is a groupie, she's just trying to get in. Say you know what the band. Hey, now she acting out of pocket, try to grab her from my pants. I'm in bitches in my trailer, say she ain't got a man. And they know about a friend. Международный день инвалидов 3 декабря объединяет всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Все вы являетесь примером мужества и силы для многих здоровых людей. Вы не сломились под воздействием жизненных обстоятельств, а сохранили возможность радоваться жизни и любить окружающий мир и людей. Мы желаем им крепкого здоровья, несокрушимой воли к победе, заботы и внимания со стороны окружающих, душевного спокойствия, тепла и уюта. Всего вам хорошего, до новых встреч! Напишу припев попроще, чтобы пели даже тёщи. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Я духовно тоже ведь богатый. Подарю им небо и зарю, звезды подарю им и закаты. Все, что хочешь, я им подарю. Напишу припев попроще, чтобы пели даже тещи. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая.
каждой я найду подход и ключик от сердечка и от головы. Песня моя торкнет и заглючит посильней конфеток бомба. Напишу припев попроще, чтобы пели даже тещи. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Ты моя самая любимая. Самая любимая.